Айенгар. Арха, Бадха, Падматанасана. От слов арха – половина, бадха – связанный, сдерживаемый, пойманный, схваченный. Падма – лотос и утана – интенсивное вытяжение. Эффект. Эта асана излечивает тугоподвижность коленей. Поскольку органы брюшной полости сокращаются, улучшается пищеварение и усиливается перистальтика кишечника. Это способствует выведению токсинов. Усиленное отведение плеч назад расширяет грудь и способствует свободному глубокому дыханию.